Мы с вами продолжаем экскурсию. Все, уже все страны закончились, просто сейчас буду показывать, что еще не допоказала. Потому что тут, конечно, все очень-очень интересно. Вот тут вот везде вот такие вот стоят characters, и с ними дети фотографируются. Дети, взрослые, семьи даже. Даффи Бэр. Опять мы в каком-то сувенирном магазине. Вот интересно, эти ящики с чемоданчики, вот эти вот все, они продаются или они просто украшают? А, украшают точно. Они все приклеены друг к другу. Гляньте, тут все на эту тему, на тему Диснея. Тут с детьми... Ребенка сюда лучше не приводить. Лучше что-то купить, чтобы он не видел, потому что пол магазина заставит скупить. Ты красивая. Каны, да? Каны называются, потому что здесь называется Canons. Столько шума, я даже не знаю, смогу ли я это перекричать все. Я поэтому и притихла. Мы сейчас идем с вами в Нимо. Видите, какой райд интересный. Мы сейчас тоже в такой ракушечке будем ехать. И там всякие будут представления для нас в темноте. Все началось. Какой аквариум огромный. Рыбка с нами заигрывает, не могу ее поймать. Какая интересная. А вот гляньте, какие три серебряные рыбки будут, красивые такие. Здесь аквариум такой вот панорамный, видите? Вам видно, это там маленькая акула. Под ну плывет. Daddy, they made a Mickey out of rocks. Представляете, вот скубодайверы, рядом прямо акула маленькая. Все в одном аквариуме. Вот они. Видите, дельфинчики. Такие маленькие. И вон еще дельфин на стене. Я не знаю, видите вы или нет. Я не помню, что он там делает. Что-то достает оттуда, может, его там кормят. Пока увидела два дельфинчика. Вот он, вот он. Немножечко мутноватая вода. Ну, относительно мутноватая, просто для камеры. А вот он, вот второй. Видите, он игривый такой, ему хочется вверх ногами плавать. Вверх ногами, какими ногами? Такая огромная черепаха плывет. Огромная такая. Мне кажется, это так интересно. Скубодайвер. А он даже снимает подводной камерой. Thank you.
лікарня. Ветхуйте. Стараться. І ще хто треба поправити. Здесь много. Мені кажуть, їх більше 10 тут. Говорю, просто огромный. Конечно, тут дайвером раздолье. Блин, это дури. Вот что вот это за червяк такой, я понятия не имею. Это ил какой-то, да? Да, точно. Это не червяк, это ил. Полосатый. Живет в кораллах. Красавица Дори. Какая все-таки красота, да? Вам виден морской коник? Вот он такой хорошенький. Около красного коралла. Видите, вот этот вот горошек. Он может до 5 метров вырастать. Длинный такой, вот как змея. И на нем нет совсем чешуи. Такой вот резиновый. И вот что тут. Вот что-то на входе к ним, гляньте, какие интересные штуки, рыбки. Красиво очень. Я надеюсь, вам понравилось что-то. Я надеюсь, там вообще что-то у меня получилось в темноте. Потому что красота была просто обалденная.